Мы начинаем следствие по делу гражданина Корейка. Для этого нам нужна легальность. Не тяните, Остап Ибрагимович, не морочьте мне голову. Легальность. Мы должны, нет, мы просто обязаны смешаться с бодрой массой служащих. Какие служащие? Шур, какие массы? Когда мы будем делить наши деньги? Только по справедливости. На чем речь, Шура? Товарищи, давайте сядем, Шурочка, идите сюда. Когда же еще делить, Остап Ибрагимович? Да никогда, мои бедные друзья. Завтра эти деньги будут положены в банк на текущий счет нашей будущей конторы. Ясно? Это все, Шура. Ну, жатись, Михаил Самуэльевич. Это конец. Заседание продолжается, господа присяжные заседатели.